Это примула Элизабет Килли-Лей. Посмотрите, какие красивые махровые розочки. Высота этой примулы где-то 15 сантиметров, может доходить до 20. Ну, в общем, она больше миниатюрная. Каждый цветочек не более 2 сантиметров в диаметре. Очень интересные окраски. Основной тон вишнево-бордовый. И у каждого маленького лепесточка желтая тоненькая каемочка. Очень смотрится интересно. И даже вот люди, которые особо цветами не интересуются, увидев ее, ой, какая что-то такое интересное. И сразу, конечно, обращают внимание. Примула эта вот растет достаточно неплохо, разрастается. Может быть, не прям прет, как слон, но в общем и целом растет хорошо. Достаточно устойчивая. Вот такая вот красавица.